Вот так. Это вот у меня кошки. Вот так. Где тут все? Вот. Вот это вот самое-самое ценное. И держать надо вот так рукой, чтобы не выскочили. Ну, это Володя будет держать. У Семена все можно оставить, кроме кошек. Вот это вот, чтобы на коленях держал. А то как угодно, лишь бы не опрокинуть только. Вон ту возьми коробку. Там другая с кошками. Вот так. Сегодня у нас вторник. Если я не ошибаюсь, видимо, 9 число. 9 апреля. Рано выезжают. Показать, голуби у меня сидят. Тут свет очень сильный идет. Понял, Дэн? Только на стол, никуда не ложи, на столе. Ну, и чтобы с окна, как я говорил, загни там это все. Будешь голубей держать на руках? Садись, Володя, вот эту взять к себе. Руку не отпускать с коробки с этой. Это найди ему место где. Рюкзак еще. Так, давай. Ты взял батюшки, бутылки здесь лежат, пустые? Я же положил уже. А отдельно в его, который батюшки, не вот, другая? Вот, две? Вот они. Две, да? Нет, там маленький, который, бутылки его. Не знаю. Не вот знаешь, это. Надо идти самому. А что тут знать-то? Надо смотреть. Володя, иди сюда. Ну вот они на пути лежат, что знаешь? Все. Да. Давай. Подсунь где-то. Главное, коробку с рук не спускай. А это все можете оставить. И бутылки, и все, у Алексея. Там можно... В любое время забрать. Бутылки эти промыть надо, скажи. Я взял их из... Не наши. Держи вот это, положи на сверху туда. Это твое все. Только не на плохое нет. Грязные мешки я от голубей заберу. Вот. Руки не спускай с поленьев. Вот как клапан тут закрыли. Вот, пожалуйста. А распахивать там говорят что-то. Одновременно. У нас везде такие надписи. Ну все, гаишника вызвали, все нормально, все выпало, да? Вот так. Слава тебе, Господи, слава тебе. Что-то Володя тут застрял. Что у тебя не подготовлено что-то было? Да я дисковую пилу не знаю. А? Что ищешь-то? Да дисковую пилу не знаю, где у меня. Ладно, потом. Пилу какую? Дисковая, круглая. Ну а где она? Да кто его знает? Ну, давай садись, бери. Залазь. Так ты мне скажи, дисковая, круглая такая. Я постараюсь найти. Так, ключи. А? Ключи возьмете, закройте. А где? Какие ключи? Вот ворота. А, там-то, ну я закрою, да.
потом дальше проехал. Ты можешь взять, принеси мне ключи, пока он разговаривает. Я вот эти сделал, там скамеечка сгнила вон, возле березы. Возле стола. Вот надо заменить столбушки, попросите, может, кого. А что там заменить? Столбушки. А, под скамейку? Да, да, да. Ну, надо их промазать. Ладно, пусть сохнут пока. Ну, ты садись, иди. Он сейчас, он уже за руль берется. Вот так. Дождались весну. Слава тебе, Господи. Новые заботы. Брат, хотел спросить это. Бензин можно будет взять здесь? Так. Можно. Канистру я возьму. Канистру? Нет, вечер. Что-то тут еще. У меня двадцатка есть своя. Ну, давай, ладно, своего. Володя, садись, это руку не упускай отсюда. Не открывай ничего, там дырочек хватит, они не сдохнут. Ты уверен, что там паля? Да. Она с белым, да? Да. Все нормально. Садись. Садись, я подам. Где-то на пол попробуй поставить как-нибудь, может быть. Да нет. Все, с Богом. Умудряйтесь там, Господь покажет как. Она нам не во вред это говорит, Людмила Алексеевна. Да, она да. Все на пользу говорит. О нас люди заботятся, а нам выполнить трудно, там опахать деревню там и прочее. Ты ключи не все не положил ключи? Да, да, давай. Вот я за ними иду. Женя Янчук попал в аварию. Спасибо, Господи. Ну, пошли. Господи, благослови. Так, перекрестился. Так, что-то еще выходит. Что? Телефон оставил. Ну, ох ты! Вот так, телефон оставил. Вон по небу как какая полоса идет. О-о-о! Если бы раньше сказали, тут змей пролетел. А сейчас знаем, что это яроплан. Ты телефон-то нигде не выкладывай, держи в кармане его. А паспорт взял? Это я за ними тут гоняюсь. Вот он, на руках, чтобы держать. Все, с Богом. Давай, счастливо. Конечно. С Богом. Вот они, давай. Господи, помилуй, благослови. Все. Видели, как садился, да не видели, куда укатился. Ага, поворачивает на промышленную. Все.